В связи с трагическими событиями в Карелии, где в туристическом лагере погибли дети, в Хабаровском крае продолжается мониторинг загородных оздоровительных лагерей. Члены Краевой межведомственной комиссии по координации организации отдыха и оздоровления детей в Хабаровском крае провели дифференцированный мониторинг детских лагерей. На этой неделе во главе с заместителем министра образования и науки края Александра Короля представители ведомства изучили работу загородного лагеря Амурского района «Орбита». Безусловно, что цель нашей поездки – посмотреть именно условия проживания, питания, обеспечение безопасного отдыха детей. Поэтому комиссия такая представительная, но еще раз говорю, это посещение, это не проверка. Сегодня мы подсказываем, да, если вы что-то увидели, заметили, смотрим в целом, как соблюдаются права детей. Члены комиссии отметили организацию летней оздоровительной кампании в лагере, начиная от работы контрольно-пропускного пункта и до пожарной безопасности организации. Поговорили с детьми, ну как министерство пока образования, да, дети заняты, тепло, уютно, сыто, посмотрели, да, детей кормят, в корпусах чисто, дети довольны, это самое главное. Также в проверке приняли участие сотрудники УМВД России по Амурскому району. Ими были проверены документация и техническая защищенность лагеря. Недостатков как таковых не выявлено. Также исправно работает тревожная сигнализация на незамедлительное реагирование сотрудников полиции при осложнении обстановки, либо совершении террористических актов и иных правонарушений. Также имеется взаимодействие с ЧОПами, которых закреплена группа немедленного реагирования для выезда непосредственно оказания помощи в пионерский лагерь, то есть для предотвращения каких-то правонарушений. Значит, значительных нарушений не выявлено. Были, конечно, маленькие недостатки по документации у именно сотрудника ЧОП. Данный недостаток был устранен на месте. То есть, как больше, у меня замечаний по этому нету. После проверки лагеря состоялся круглый стол, где члены комиссии указали руководству на некоторые аспекты, которые должны быть исправлены в ближайшее время.